Тема наших занятий – конечности позвоночника. Ну, слово «конечности» все, конечно, слышали, и большинство из вас думает, что они знают, что такое конечности. Вот сейчас мы в течение этих занятий и постараемся навести некоторый порядок. Во-первых, какие они бывают. Во-вторых, являются ли наши конечности самыми лучшими, самыми там совершенными и так далее. В-третьих, от чего зависит видоизменение конечностей и как они работают. Так? Ну, на умном языке это будет называться морфофизиологическая эволюция конечностей позвоночных. Ну и давайте с самого начала. С самого начала вот чем разберемся. У птиц есть крылья. Все представляют? Все представляют. Славно. То, что у бабочек и у жуков есть крылья, и у кузнечиков, все представляют? Хорошо. А в чем принципиальное отличие крыла любого позвоночного, неважно, летучая мышь или птица, от крыла любого насекомого? Больше размер. Вовсе не обязательно. Как правило, больше. Какая самая крупная бабочка нашей российской энтомофауны? Большой ночной павлиний глаз. Размах крыльев до 12 сантиметров. Средний размах крыльев воробья 11 сантиметров. Средний размах крыльев пеночки 8 сантиметров. Средний размах крыльев королька 5 сантиметров. В результате, ну я уж колибри не беру, я не беру тропическую совку, у которой 24 сантиметра размах крыльев. Так? А это столько, сколько у дрозда. Так что размер не подходит. Отличие в другом. В чем? Крыло насекомых, крыло птицы. Или крыло летучей мыши. Крыло птиц перья, у летучих мышей это кожа, а у бабочек и насекомых что-нибудь другое. Что-нибудь другое, да. Интересный подход. Еще какие идеи, прошу? Я думаю, что у бабочек нет крылья мышц, а у птицы. Самое главное. Ни у одного насекомого в крыле ничего похожего на мышцы нет. Крылья насекомых, так же как наши ногти и волосы, это абсолютно мертвое образование, мертвая пластина, которая торчит из передней груди, ну и из средней груди вторая пара, как правило. Ничего похожего на мышцы нет. Поэтому насекомые летают очень причудливым образом, совсем не так, как позвоночные. Кстати, именно они, насекомые, являются первыми изобретателями полета. До них не летал никто. И до сих пор они лучшие летуны. Именно насекомые. Ну, прежде всего, с точки зрения физики, шесть разных механизмов полета, ну, совершенно фантастические, только три из них мы, люди, умеем воспроизводить. Три остальные для нас недоступны. Совершенно. Допустим, полет стрекозы смоделировать невозможно. У птиц и оркокрылых, вот у них все намного более похоже на нас. Дело в том, что у всех позвоночных крылья – это видоизменение чего? Конечности. Каких конечностей? Передних. Передних. Как правило, передних. Будете смеяться, но относительно, ну, по геологическим меркам, конечно, можно сказать, недавно, в Юре, обитали существа, у которых была не одна пара крыльев, позвоночные существа, а две пары крыльев. То есть крылья превращались и на наши деньги руки, и ноги. Долгое время считалось, что такой зверь уж летать точно не мог. Зачем эти перья нужны были, а Бог его знает зачем. Ну, может быть, для планирования, как белка летят с дерева на дерево. Но 6 лет назад пара ребят во Франции, один из которых палеонтолог, а другой аэроконструктор, составили компьютерную модель возможного движения такого зверя и выяснилось, что не, ребят, летал. Вполне себе летал. Правда, с достаточно интересной специализацией крыльев. Вы самолет себе представляете? Да. А то, что кроме реактивных самолетов, винтовые бывают. Да. Представляете? Скажите, пожалуйста, зачем самолет нужны крылья? Чтобы летать ему, кроме крыльев, масса других вещей. Создание подъемной силы. Создание подъемной силы, совершенно верно.
Хорошо. Зачем самолету нужен мотор и пропеллер? Для того, чтобы разогнать воздушный поток. Вращаемый мотором пропеллер создает поток воздуха, отбрасываемый назад. В результате сам самолет куда толкает? Вперед. Абсолютно верно. Так вот, у этих четверокрылых ребят было примерно такое же деление задач. Задние лапы растопыривались в стороны и представляли себя несущие поверхности, создающие подъемную силу, а передние, что в это время делали, молотили по воздуху и работали в качестве винтов. Ну, правда, все равно сказать, чтобы это были очень искусные летуны, не приходится. Ну, о полете у нас будет целое занятие, потом посмотрим. До начала сегодня весь основной материал. Самые общие закономерности построения рук и ног. Самые общие закономерности построения конечностей. Да? И какие правила здесь работают.